супергроссмейстеры Даниил Дубов, Александр Грищук, Санан Сюгиров, Владислав Артемьев и Сергей Корякин приехали в Сочи для участия в мало кем замеченном 30-м командном чемпионате России по шахматам. Между тем, кроме супертопов, среди участников замечены вице-чемпионка мира Александра Горячкина, пятикратная чемпионка России Валентина Гунина и яркие юниорки Алина Бивол, Ольга Баделько и Полина Шувалова. Среди мужчин отметим молодых гроссмейстеров Володара Мурзина и Арсения Нестерова, а также международных мастеров Алексея Гребнева и Саву Витохина, который, кстати, совсем недавно выполнил третью гроссмейстерскую норму и имеет все шансы вскоре стать самым юным гроссмейстером России. Также в Сочи приедет тренер Яна Непомнящего и Левона Ароняна Владимир Поткин, тренеры сборной Александр Рязанцев и Михаил Кабалин. Большинство играют здесь не за призовые, они здесь довольно смешные, а за гонорар, который платит команда. Суммы вполне неплохие. За участие в команде премьер-лиги платят от 50 тысяч до полумиллиона рублей. Русский командник раньше привлекал почти всех мировых звезд. В золотое десятилетие с 2005 по 2015 здесь играли Крамник, Корчной, Карпов. Приезжали Фабиано Каруана, Аниш Гири, Шахрияр Мамедьяров, Борис Гельфанд, Гата Камский. Им противостояли или, наоборот, играли в одной команде Халифман, Непомнящий, Морозевич, Бореев, Свидлер и многие другие. По сравнению с прошлым годом премьер-лига выглядит беднее по составу. Из-за ухода из шахмата, а затем и трагической гибели уральского мецената Максима Шушарина не выступают команды Южного Урала. Не играет одна из сильнейших команд – петербургский «Медный всадник», занявшая второе место в прошлом году. Но будем надеяться, что в следующие годы русский командник вернет себе былую славу, и туда снова потекут спонсорские деньги и, как следствие, наши зарубежные звезды. Ну, для меня вообще, в принципе, сейчас больше такая тренерская работа, а команда как отдушина сыграть раз в год в отличном месте в Сочи, в хорошем коллективе, и получить удовольствие от игры. Для меня это действительно оказаться в команде, получить возможность поиграть в шахматы и пообщаться с коллегами.